Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ежедневные испытания, дай-ка я гляну. Ведьма. Ведьма у нас разыгрывается. Так, секундочку, а ведьма у меня прокачанная? Да, друзья мои, ведьма у меня по максималке. Так что ежедневное испытание мимо кассы у нас пролетает. Арена. Так, 18 карточек на бога ветра. И... ну, если только эльфа вот этого. А остальное все у нас, в принципе, есть. Так, награда высшего уровня в бой. Там у нас пагода. Ну, в принципе, пагода у меня не прокачана, так что нормально будет. Так, возьмем первый отряд. Вот этот наш. Погнали. Ну, я здесь не буду долго тютюкаться, просто вызываем фехтовальщика, и он, соответственно, здесь всех разносит налево и направо. Хлоп-хлоп. Ронин в рясе в такой вышел. Вот и все. И никаких проблем. Так, подожди-ка секундочку. А я не понял, а тренировка-то у нас? Вот. Забираем. И... подожди-ка. И этот отряд? А, это который я, по-моему, случайно, да, отправил. Армия. Подожди-ка. Джиггернаут. Да, друзья мои. Джиггернаут прокачивается на фулочку. Да-да. Получает пятую звезду. Ну все. Все, теперь я спокоен. Я давно хотел, чтобы... так, подожди-ка. А-а-а, у нас еще и крипта прокачивается до 4 уровня. Слушай, ну это круто. Два улучшения за одну серию, это что-то с чем-то. Ну что, зайдем в магазин, посмотрим, что у нас тут есть бесплатного. Лучница. Лучница у меня прокачана полностью. Ну что, на тренировку. Так, погоди-ка секундочку. Если мы будем отправлять последний вот этот наш отряд, Джиггернаута мы отсюда заберем. Джиггернаута я вам не отдам. А вот кого бы нам на прокачку поставить? Кого бы нам поставить на прокачку? Хм. Даже не знаю. Может быть, хищница? Так, хищнец, он у нас имеет 4 звезды. Слушай, ну да. Его бы как раз, наверное, и не помешал бы на прокачку. Пожалуй-ка мы их и отправим как раз эту команду на тренировку. Так, главное не спешить. Все. Отряд пошел на тренировку. Ну, а мы с вами пойдем. Нет. Где мой первый отряд? Самый-самый первый. Так, ну что, будем, наверное, убирать Таракошу, да, отсюда? Из этого отряда. И брать обратно нашего Джиггернаута. Вот он, красавчик мой. Вот так-то оно будет получше. Ну что, ребята, территория роботов. Хм. Прыгун плюс репульсор. А давай я, наверное, возьму этот отряд. Мне кажется, он будет топово здесь справляться. Так, первым, кто у меня выйдет, это, наверное, будет все-таки паладин. Выставим паладина. После паладина возьмем всадника на журавле. Ага. Идет. Смотри, у него такой пояс. Циркулярочка там висит. Ох, ничего себе. А ну-ка. Совсем другое дело, да? Эть. Бедный мой молотильщик. Да-да-да, забомбили его. Ну что, я думаю, сейчас базу мы ему раскурочим. Тут никаких проблем. Там еще приворожение. Оно не понадобилось.
Ну что, как-то так. Как-то так, друзья. Первый поединок у нас прошел замечательно. Двигаемся дальше. А тут прибавляется молотильщик. Молотильщик, может быть, вот этот отряд возьмем. Давай попробуем. Пыхтит фабрика. Так, тихо, подожди, подожди, не надо так. Не надо так делать. А ну-ка, голем, устрой ему тут райскую жизнь. На тебе, халабуда. Так, ниндзю вызываем в обязательном порядке. Ты гляди, что вытворяет, а? Пора молнии вызывать. Ну что вы там? Еле-еле. Так, ниндзя, уничтожай этого толкателя. Квест завершен. Разрушитель. А вот и все. Проще пареной репы. Так, квесты. Запрос. Ну что, продолжаем. Сейчас у нас будет предпоследний этап. Опять же, не вижу ничего страшного. Можно, кстати, попробовать вот этот отряд взять. Единственное, что щитобот у него. Зато нет молотильщика, да? Тогда возьмем вот этот вот. Погнали. Если молотильщика нет, то он уже практически проиграл. Да, даже если бы он у него и был, все равно он проиграл бы. Ну, куда ты идешь? Так, стоп. Ну, паладин, давай. Бежит, сломя голову. Упс, оттолкнули. Ты смотри, что вытворяет, эй. Готов. Давай, вперед из песней. Энергию. Так, толкатель опять за свое. Как ты заколебал, а, на самом деле, толкунчик. Ну, два паладина, понятное дело. Каждый бомбанет своей суператакой и все. И любого летуна подобьют. До свидания. Ну что же, у нас получается последний этап здесь. Последний этап, и здесь у нас... Оу, термин. Так, не будем, наверное, здесь шутковать. Термин 9000. Лучше мы его сразу бомбанем. Ну что, вызвать Ронина? Или рановато? Угу. Ну хорошо, молотильщик, будь по-твоему. Теперь Ронин. Шух. Теперь вызываем. Так, подожди, подожди, подожди. Ронин опять не стал выбегать, да? Зато прыгун. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ребят, выиграли. Ну что, мы проходим территорию роботов. Забираем здесь сундук. Ну что, робот с ракетой. Как его звать-то, я уже забыл. В общем, этот. Что с памятью моей, а? Короче, бомбер. А здесь...
Здесь мы, наверное, возьмем вот этот отряд. Да, ребят, мне не нравится, конечно, здесь паладин. Ничего здесь не поделаешь. Крестьянин. Прикинь. Они успели нанести мне урон. Ё-моё, ускоряемся. Никак я не ожидал, конечно, что мы сфейлимся. Заколбасили. Да, немножко, конечно, не подрасчитал. Не надо мне никакой следующий уровень. Поехали. Да, этот охламон просто подошел и ударил. Но этого больше не случится. Пока не случится. Так, а вот и паладин еще вышел. Собственно, персоны. Давай своего тоже вызовем, паладина. И своего щитобота. Плюс молотичка. Шикарно, шикарно. Паладин что-то испугался. Ураганчик. Пробиваем их. Отлично. Ну, я думаю, что здесь все, ребят. Можно ускоряться. Да, башню мы разнесли. Ну что, переходим на второй этап. Я, наверное, не буду здесь ничего менять абсолютно. Отряд уже, я не знаю, до дыр заюзанный. Ну и враг, в принципе, у нас тоже предсказуемый. Тут будет копеечиться. Так что ничего нового я здесь не увижу. Так. Окей. Ну давай, 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 давай. Пробивай уже там. Все? Все. Промяли, так скажем. Еще одного паладина позовем на подмогу. Заморозка. Еще один всадник на журавле. И, в принципе, ребят, победа будет за нами. На всякий случай, мало ли, кто-то выйдет там и помешает нам. Все. Все довольно предсказуемо. Ну что же, двигаемся дальше. У нас третий этап. На третьем этапе у нас появляется грифон. Хорошо. Грифон. Ну, у нас есть паладин, есть всадник на журавле. Так что, я думаю, с грифоном мы уж справимся как-нибудь. Ну вот куда ты бежишь, а? Халабуда ты несчастный. Вот и паладин появился. Я сейчас, знаешь, что хочу сделать? Я хочу позвать друидку. Как бы смешно это не выглядело, я хочу именно ее позвать. Оп, паладинчик сразу же за нас. Ой, грифончик, грифончик. Подбили мы его. Тут понятно, если друидка-то уже вышла, все. Сворачивайте удочки, потому что здесь вам уже не победить. Ну что, мы двигаемся дальше и смотрим, на какой мы этап переходим. На предпоследний. Подожди, а что такое на арене у нас там? Уже награды? Ничего себе. А что так быстро-то? Друзья, почему так быстро награду получили?
Противник найден. Ну давай этим отрядом отыграем. Ну что, опять же возьму фехтовальщика. Думаю, никто не будет против. Жаба с молотом такая еще нелепая. Еще зеленая жаба. В отличие от нас. У нас красная жаба. Злющая. А у него там зелень мелкая. Так, получено 1400 золота. Ну, я нечаянно нажал, друзья мои, на умножение. Так, лежебока. Забираем. И продолжаем. Предпоследний этап. Ну, здесь лучница. Ё-моё, что я сделал? Что я сделал? Хотя, ладно, фехтовальщик есть против крестьяшек. Он, я думаю, поборется. Что-то никто не идет. Паладин пошел. Так, ну что, джиггернаут у нас. Конечно же. А вслед за джиггернаутом мы будем вызывать нашу баллисту. Так, ну-ка, клеточка. Хоп, сразу их двоих. Нормально. Блин, мне бы еще вот грифона прокачать по фулочке, и было бы вообще великолепно. Согласись. Так, шинкуй. Ну что же ты, ну, фехтовальщик. Да тут уже в любом случае победа. Что он сделает? У меня баллиста будет издалека просто бомбить, да и все. Плюс еще клетка. Сам понимаешь. Деваться ему некуда. О, да. Вот она, сладкое слово победа. Ну что, ребят, продолжаем. Две энергии осталось. Ну, я думаю, здесь... Ладно, возьмем суперотряд наш. Епископ, ну, он не такой уже сильный, если честно. Но бывали моменты, когда мы фейлились. Это было очень-очень редко, но метко. Ты смотри-ка, никого не вызывает. Опа, вышел. Фрукт мелкий. Идет. Так, а если я, например, призову, я, наверное, не успею. Ведьму хотелось бы, конечно, призвать. А может быть, и успею, ребят. Да, успел. Ну, что мы сделаем? Опа, опа. Ох, вызвал. Так, друзья мои, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что он вызвал. А с другой стороны, не очень. Ну-ка, лупим его, лупим. Есть, упал, упал. Да все, тут крышка ему. Этому замку. Просто в мясо разнесли. Забираем нашу награду. Сундук подданных. Ничего хорошего. И следующее это у нас Нефритовая долина. Смотрим. Тигр. Блин, как же я... Вот это будет возня. Сложно играть, когда тигр. И опять же фейл. Опять же, друзья мои, фейл. Твою налево, блин. Еще утворяет. Да замок-то мы ему разнесем. Только, видишь, опять же. Ёк-макарюк. Да ты посмотри, он... Он сколько раз бомбил и все время вызывал душу. Это что такое?
Зашибись. Три тигра, три души. Нормально? Офигеть, блин. Если он так дальше будет играть, я не знаю, что он будет делать. Одна душа за другой выпускал и все. Так, если мы, например... Нет, этот... Хотя почему нет? Этот отряд очень даже неплох будет. Так, фехтовальщик. Ну... Все, пошел, пошел, пошел. Какого... Какого лешего, блин, ну... Короче, сдаемся. Хотя, с другой стороны, с какого перепуга я должен сдаваться здесь? Так мы хотя бы деньги получим, чтобы монетки. Твою налево, блин. Фиг, товарищик меня подвел. Он не справился против этого. Против мелкого самурайчика. Ну, поехали, опять же, этот отряд. Угу. На то и был расчет, ребят. Надо было раньше так делать. Через ползуна играть. Просто через ползуна играть и все. Душа? Не поймешь. Да, пролетела, ребят. Душа пролетела. Ну, бомбите, бомбите, бомбите. Есть. Все очень даже круто. Вот теперь можно переходить смело на второй этап. И здесь у нас пес храма. Тоже счета навозница. Что-то никого не вызывает он. Странно. Ага. Так, отправляем нашего мелкого ползуна. Ну что, 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 что ты побежал? Испугался, понятно. Оп, двоих сразу заморозили. Ну вот и тигр появился. Сейчас начнет тут расколбас. Свой лютый, жесткий делать, да? Не, это несправедливо, ребят. Он задолбал, на самом деле. Душу свою выпускает каждый раз. Это несправедливо. Дай-ка я попробую сейчас вызвать богиню солнца. Не знаю, будет ли от этого толк. Да, ну пока дойдет, мы уже забомбим ему замок. Шикарно. Просто своим небесным солнечным лучом прожгла все, что можно и нельзя. Третий этап. О-о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 -
Здесь ребята Ронин. Не было, как говорится, печали. Чей Ронин сильнее, как думаешь, его или мой? Мой. Здесь мой. Ну да, кто бы сомневался. Круто. Как вот эта пакость, иди отсюда, а?
Далеко ли ты собрался-то, паренек? Бежит он довольный. На. Ах ты жук, а? Ах ты жучара. Позорный. Ну, чумуха здесь чувствует себя просто великолепно, потому что никто не может ей нанести урон. Поэтому она как бы вольготно здесь летает. Так, что у нас здесь? Блин, опять тигр. О, тут еще и ниндзя. Ну, извините, я возьму тогда наш топовый отряд, потому что, ребят... Еще бы вот сюда бы ниндзю, тигра и ронина. Я вообще бы припух на месте. Это была бы, наверное, топовая команда. Что-то никого не вызывает. Странные какие-то потуги. Может, ведьму нам позвать, а? Что скажешь? Да, я вполне могу призвать ведьмочку. Она успеет как раз появиться и... Замечательно. Ну, ведьма, ё-моё. Отлично. На. Да, шансов тут уже ноль. Все, ведьма подошла, называется, вплотную к замку. И все. И разбомбили. Последний этап на Нефритовой долине. Ронин, все дела. Блин, ну тут вот, ребят, нельзя сфылиться. Нежелательно. Че, вызываем Ронина? Видишь, что творит? Видишь, что он вытворяет? Опа-опа-опа-опа. Хлоп. Так, подожди, а что это у нас с кровоте... А, отражение, а мы что, отравлены были? Или что это такое? Да ладно. А как ты успел? Как ты успел? Я не пойму этого. Ребят, мне нужен срочно луч. Фу. Если бы был бы не красный луч, все, нам бы крышка, ребят. Нам была бы крышка бы сейчас. Так, радоваться пока еще рано. Видишь, что ниндзя утворяет? Да-да, отложенная смерть. Она отскакивает назад и... Давай, давай, давай! Прыгун, бомби там всех налево и направо. Есть! Расписали мы базенку, как по нотам. Так, у нас есть... Ага, сундук... Нефритовой империи. Забираем. Долина захватчиков. О, а что, у нас энергии что не осталось нигде? Да быть такого не может. Вот. И есть еще, как говорится, порох в пороховницах. Квест завершен, тактик. Тактик, да, значит, говоришь? Ну что, Джиггернаут, вперед. О, ноу. Да иди ты. Ай, друзья, вот это да. Вот это трындец. Ладно, ускоряемся. Тут
Фейлимся, ребят. Неожиданно, конечно. Про пришельца совсем забыл, понимаешь? Да ладно бы он схватил бы его и все. А он еще взял его и переманил на свою сторону. Очень была проблема. Так, квесты, запрос. Ну что, у нас последняя энергия. Давай. Не надо мне туда. Опять будем пробовать. Ну, а что делать? Но в этот раз я вызывать буду, наверное, первым фехтовальщика. А уже после него будем вызывать Джаггернаута. Или как? Да-да-да. Вот так-то оно будет, наверное, получше, как по мне. Ну, вжариваем. Есть контакт. Так, ураганчик, ураганчик. Вот и все. Блин, надо было так же делать в первом раунде. Ну, всякое бывает, как говорится, без ошибок никуда. Ну что, друзья, отыграли мы с вами всю энергию на всех отрядах. Поэтому на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.